Итак, начнем. В Бийске сегодня, 18 апреля, стартовал месячник благоустройства в Наукограде. У коммерческих объектов, учебных заведений, а также жилых домов можно увидеть огромные мешки с мусором. Это результаты работы тех, кто не желает жить в грязном городе, нашел время и вышел, чтобы навести порядок. От мусора сегодня убирали свою территорию студенты Бийского технологического института. Молодежь, как сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, проявляет себя очень активно. Бийские студенты готовы наводить порядок не только на территории своих учебных заведений, но и на городских участках. Запросы есть. Главное после проведенного субботника вывести весь собранный мусор. С этим в управлении ЖКХ могут помочь. Обеспечить техникой всех не получится, а вот талонами на полигон поделиться готовы. Мы даем талоны на вывоз мусора, даже как бы без фанатизма. И не хватит, придете еще, возьмете. Но вывозить мусор нужно. У нас как бы нету такого большого количества техники и людей, чтобы проехать и обходить весь город. Одно дело собрать его и поставить в мешки, чтобы их потом в дальнейшем ветром не разнесло и собаки не разодрали. Нужно, конечно, сразу предусмотреть. Это просьба ко всем юридическим лицам, бизнес-сообществам, чтобы предусмотрели не только вывоз, не только уборку, но еще и вывоз. Это как бы обязательная необходимость.